Вы находитесь в трубе, на самом днище Ютуба. В этом видео вы посмотрите, как разметить трубу по окружности снаружи. Вот посмотрите, труба, которую я пытался разметить маркером, да? И как ни пробовал, все у меня не получается ровненько ее сделать. Ни на весу, ни на какой-то поверхности. Выход из положения есть. Наклеиваем просто-напросто малярный скотч. Камера мне мозги трахает, сбивает ракурсы. Поэтому, друзья, давайте, не обижайтесь, снимаю как могу и на что у меня есть. Если вы обижены, ну, можете мне тогда ставить дизлайки, это тоже активность на канале. Но не обижайтесь, не будьте обиженными, а лучше послушайте внимательно. И посмотрите, я пытаюсь какие-то годные вещи всем рассказывать. Может быть, я ёбабо? Но не настолько. Так что давайте. Вот видите, ровно наклеен скотч. Это самый действенный способ нанести разметку на трубу. Ровненько вот так вот. И просто состыковать. Ну, опять же, скотч может уйти в перекос, поэтому старайтесь перекос не делать. Камера, угомони мозги не только мне, но и зрителям, короче, колбасишь. Вот, смотрите, видите? Вот так быстренько раз и разметил. Причем эта разметка может оставаться на месте. То есть взять и пониже начать обрезание. Обрезание. Вот это да, обрезание трубы, друзья. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Обрезание трубы. Легко и просто. Прямо по этой разметке сейчас возьмем чудо-инструмент и сделаем разрез обрезания. Итак, продолжаем. Взял вот чудо-инструмент. Сейчас попробуем отрезать. Обрезание трубы начинается. Причем, друзья, вот смотрите, обрезал ровненько и красивенько, без перекосов. Сейчас даже возьмем уголок, замерим. Все четко. Вот этот лайфхак возьмите на вооружение. Его многие все уже давно знают, но в Ютубе показывают, какой-то надо листом А4 все это обворачивать, и типа вы обрежете по нему. Если не по нему, то разметку сделайте. Но дело в том, что я пробовал вот так А4 брать лист. Пока ты его приложишь, все это в листе выскальзывает. Ты пока делаешь эту окружность, у тебя этот лист уже сбивается. И, короче, ну, нерабочий способ. Он частично может быть рабочий. Его, если лист класть, соединять, то его надо тогда простым скотчем еще домотать, чтобы он никуда не перекашивался. А так вот самый простой способ, вот, все уже знают, в Ютубе полно роликов. Вот этот способ скотчем вот этим вот малярным. Но есть еще один нюанс. Смотрите, я резал сейчас это реноватором. Это самое милое дело вот этим инструментом резать пластиковые трубы. Если резать их лобзиком, вы никогда ровно не сможете их порезать даже по разметке. Если их резать болгаркой, то у вас будет вот здесь вот облой, очень серьезный такой облой. И если вы будете сабельной пилой тоже вот пилить, тоже она перекашивает свое полотно и уводит в сторону. Поэтому вот этот реноватор, его не стоит списывать со счетов. Так ювелирно вы сможете отрезать электроинструментом только вот такого плана. Или вручную подпиливать, подпиливать, или ножом подрезать, подрезать. Но нож тоже может увести. Так что, друзья, кому полезный ролик, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Про эту штуку можете видео посмотреть еще на канале. Короче, всем пока!